Максим Фадеев выполнил обещание, данное Фриске. По слухам, Жанна давно просила Макса написать для нее песню. Однако при жизни певице и продюсеру реализовать этот проект не удалось. Макс Фадеев выступил соавтором песни «Прощай, мой друг», слова к которой написала близкая подруга Фриске Ольга Орлова. Она, собственно, и исполнила эту песню. На днях в одном из столичных павильонов прошли съемки клипа на столь душевную композицию. Что мы увидим уже в готовой версии этой работы? Ну, вы знаете, у нас еще не было монтажа, поэтому я не могу вам точно сказать, что вы увидите. Ну, вы же все равно в курсе сюжета. Безусловно, у меня есть идея в голове, которую я пытаюсь воплотить в этом клипе. Песню записали полгода назад, и вот сейчас даем вторую жизнь, ну, скажем так, первую, подкрепляем клипом. Орлова уверена, что эта песня найдет отклик в сердцах миллионов людей, несмотря на все скандалы, разворачивающиеся вокруг имени Жанны Фриске. Больше полугода все вот это вот мусолится, да, вот в негативной именно истории. Вот как вы лично реагируете на все эти сообщения? Я их не читаю. Ну, знаете, я даже не хочу сейчас комментировать то, что происходит. Мне не все нравится, но у меня иммунитет выработался за долгие годы к тому, что мусолится по телевизору.